Привет всем. Мы с вами играем сегодня в Beer Simulator. Новая игра. Естественно, орёт она очень громко, поэтому я сам себя не слышу. Музыка здесь, конечно же, будет потише немножко, чем ты слышишь сейчас. Ну, точнее, чем я сейчас слышу. Ой, какая здесь чувствительность дикая. А можно здесь какие-нибудь настройки понажимать? Господи, тут есть настройки. Офигеть. Просто из менюшки ничего не настраивается. А еще здесь по-японскому вообще все работает. Я намучился ужасно, просто намучился только так. Но меня это никак не останавливает. Что за Дэн? Грязная кровать, ты спишь, что-то там тыры-пыры. Здесь есть ачивки, здесь есть инвентарь, здесь есть майн-меню, не надо нам нажимать с тобой. Регионы, это то, что, наверное, мы с тобой открывать будем сейчас. Options, из options здесь нет ни хрена, русского языка тоже здесь, соответственно, нет. Вертикальную синхронизацию я ставил. Микрофон я тоже включил, сейчас я буду зеленоватым, потому что у меня веб-камера пошла по одному местечку. Ничего не настраивается, ничего не делается, и буду я вот таким вот. Ой, опять же, я чувствительность-то... Вот такую сделаю. Ачин, быть медведем выполнено. Так, я вижу какую-то огромную личинку. Come and grab. Это просто регулярный кто-то там, короче, граб. Червяк. Эу. Плюс одна прогулка и плюс 5 стамина поинтс. И, соответственно, плюс 20 медвежьих очков. Мы сожрали с тобой Common Grab. И идем дальше. Что это такое? Открывайся. Не открывается. А что делать нужно? А, вот. Выход. Серия будет 20-25 минуток. Посмотрим, что здесь вообще есть, что здесь, как оно работает. И хочу заметить, что 5 секунд. Вот так вот вроде бы получше, хотя в верхнем левом углу все равно есть какая-то... точечка, но ничего страшного. Новая ария Дэн. Дэн открылся. Арни Форест. Я так понимаю, у меня есть стамина, которая... садиться могу. Стамина есть, которая восстанавливается от чего-то. Есть здоровье, которое мне кто-то наверняка может подпортить. Наверняка здесь есть враги. Какая цель в этой чудесной игре? Мы с тобой медведь, который просто-напросто вышел из берлоги и хочет что-нибудь пожрать, правильно? Нам нужны грабы. Будем их называть грабами. Грабами, да, они так и называются. Почему мы это будем с тобой их называть так? Они так и называются. Блин, нужно... Ой, тихо, не упади, самое главное. Я так понимаю, нужно идти вот сюда, потому что здесь тупичок, и сюда мы с тобой, наверное, не вернемся, так как... Хотя... Да не знаю даже. Мы идем сюда, потому что это самый ближайший пунктик, докуда мы с тобой можем до конца дойти. Scary мод здесь работает, соответственно, можем ходить по стенам, по всяким вот отшибам, откосам, отвесам. И ничего не находим. Очень обидно, очень грустно. Кстати, вот, нет, смотри-ка, я нашел здесь что-то. Опа, что-то светится, как туда пролезть? Кто за мной ходит? Здесь звук сделан так, как будто бы за мной кто-то ходит, а это я хожу. Может, у меня лапы там сзади где-то? Не видно. Настройки русского языка, короче, здесь очень-очень-очень... Что это такое? Молли маркинг. А маркинг, оставленный молью. Моль оставила маркировку. Нужна способность нюхатель 1. Ага, а нюхателя у меня нет никакого. Какой у меня нюхатель? Грибочки, сожрать. А, нужен 5... Блять, интеллигентные медведи только могут есть грибы. Ошалеть. Назову серию «Интеллигентный медведь». Потому что, ну, блять, ну это вообще ни в какие рамки не годится. Грибов не дадут поесть в лесу. А как вылезти теперь отсюда? Чудное место. Правда, а как вылезать? Вот так вот? Как я сейчас лезу? Потому что, ну, иначе-то я, наверное, даже не вылезу. Ну, вероятно, да. Вероятно, это не просто так придумано. Хорошо. Бежим. Бежим вон в ту сторону, потому что, ну, в той стороне наверняка что-то есть. Кстати. Вот, все, уходит стаминка, но очень медленно уходит. То есть можно бегать очень-очень долго, и стаминка не уйдет. Или же она сама не восстанавливается, поэтому она уходит так медленно. О, утка. А как бить-то? А, едить.
На удары тоже стамина уходит. Так, новая арея Мелгроу Грик. Хорошо, что я нашел новую арею, но мне бы грабов найти. Типа у грабов, грабы дают какую-то способность, что ли. Так, а есть здесь горячие клавиши на Т-шечку, на кушечку, на таб? На таб есть, на таб открывается... На тап открываются все наши с тобой обилки, открываются скины, открывается так, информация, открывается все, что мы с тобой делали, косметика какая-то открывается, ясно, да блин, что такое чешется, ой, кошмар, открывается у нас с тобой все, просто менюшка медвежья открывается на тап, и мы с тобой идем дальше. Что у нас здесь есть? Чё? Опять показалось, как будто кто-то идет. А никто не шел, никто не идет за мной. Это просто я так хожу. Точно микрофон включен? А то я знаю, я себя знаю, я могу не включить и разговаривать здесь сам с собой. Запись тоже включил, вроде как я намучился с этой игрой. Ужас. Я ее устанавливал 3 раза. Потому что она у меня все никак то не запускалась, то того нет, то этого нет. Русского языка я здесь так и не нашел, ни хрена не работает он здесь. Хотя написано, что вот типа тыры-пыры открываешь и все работает. Ну, короче, плохо все. Все здесь плохо. Игруха, я так понимаю, очень старющая, очень давнющая. И разработчик, что-то я когда искал эту игрушку, написано, что PewDiePie, тыры-пыры, там ее как-то за это загнобил. Разработчик начал читать плохие комментарии. И, короче, он расстроился очень сильно. И, типа, вообще очень грустно ему стало. Он забросил разработку этой игры. Жалко, конечно, разработчика. Здесь есть подводный мир. И можно, наверное... А, все, никуда мы с тобой не можем пойти. А что, стамина так уходит от плавания? Я ошалеть. А когда мне кончится? Что мне делать? Придется, наверное, выживать как-то без стамины. То есть у меня сейчас начальный запас стамины. Для того, чтобы я пробежался по вот этой вот начальной площади. Понял, что здесь ловить нечего. Пошел дальше. Только уже медленно. И начал собирать грабы, правильно? Грабы я начну собирать. Как-то можно по звукам эти грабы искать? Они же вроде как-то, наверное, звуки какие-то издавать должны все-таки. Было бы нечестно, если бы они беззвучно просто лежали в углу и кряхтели. Покряхчивали. Покряхчивали. Что за слово такое чудесное? Так. Это у нас что с тобой? Камушки. Камушек. Камушек это, конечно, здорово, но пользы никакой мне не несет. Соответственно, мы идем с тобой... Опа. А можно как-нибудь... Нападать на беспомощных зверушек. Нет, она меня увидела, зверушка эта. Но ее нафиг, это беспомощная зверушка. Вдруг она меня укусит. Это, по-моему, был заяц. Я видел на картинках, когда искал эту игру, зайца. Да, так и есть. Зайца видел. А заяц меня видел. И поэтому он сейчас поднялся на задние лапы и хотел от меня сбежать. Но мы с тобой не лыком шиты, знаешь ли. И так просто не пойдем ему в лоб показываться. Мы сейчас сбоку нападем на него сзади и все. И будем как крысы, но зато с зайцем. Но на самом деле я сейчас думаю, что в ближайшем будущем у нас этого не выйдет сделать, потому что... Потому что мы ничего не умеем. У нас ни обилок, ни здоровья нормально. О! Кряхтит. Слышишь? Да, скорее всего это грабы. Или кто-то, ну короче, кто-то очень полезный. А я вижу... А я вижу что-то красненькое вон там на дереве. Эй! Расшибешься же, ну, дурик. Подожди, там. Там кто-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кряхтит. Ага, ну пойдем вот так. Попробуем добраться до. Не просто ж так здесь деревья эти, правильно? Попробуем вот так добраться. Тихо. Тихо, не торопись. Он косолапый еще, знаешь, во все стороны пытается завалиться. О, какой жужа, ты гляди. Надо его заскринить на превьюху, короче. Какой огромный жук. А можно тебя перепрыгнуть, жук? Нет, можно тебя, наверное, просто заскринить и больше ничего с тобой не делать. Как жаль. Угу. Вот так, заскриню и
поставлю на превьюшку. Типа, ну красиво же. Так, что он делает? Плюс 10 максимум стамина, плюс 10 health points. А, ну то есть он просто тупо для того, чтобы его сожрать и восстановить себе стаминку. Понял. Пока я бежал до него, у меня стаминки, наверное, побольше испортилось и истратилось. Ну хрен вы с ним. Здоровье у меня все равно теперь максимальное. Ладно, это был не граб, это был какой-то жук-носорог, скорее всего. И мы теперь знаем, что жук-носорог издает вот такие скребущиеся звуки. Он точил ствол у дерева, и этим самым он себя рассекретил. Теперь мы с тобой идем. Так, это тупик. Идем так, нюхать мы с тобой не можем. Опа, дырка. Мы идем с тобой в дырку. Вход в пещеру какую-то, ты гляди. Ты гляди-ка, что нашел? Вот эта вот черная кошка, ну, наверное, для чего-то нужно. Так, 2 из 7 регионов найдено. Блин, здесь, наверное, кто-то живет. И побольше, чем я. Постоянно вот это ощущение, что кто-то идет за мной. Или это мое убежище? Да, наверное, это мое убежище теперешнее, нынешнее. Сюда мне, видимо, рановато. Ввиду того... Опачки, вентиль. Вентиль, наверное, нужен. Ну что такое-то? Просто знаешь, типа здесь нужно очень много всего. И интеллигентным нужно до хрена быть. И нюхатель нужен второй. А это вообще пузырьки из сабнафтики. Опа, крыса. Опа, она агрессивная, мать его, за ногу. А так нечестно. А я просто в наглую буду ее лупасить. Блять, она меня сейчас захерачит. Ай-яй-яй-яй, все. Молодец какой я, да? Вот это я, да, вот это я выдал. Вот это здорово. Так, хорошо, хорошо. Крыса убила медведя. Это что-то новенькое. Так, о, у меня Valve теперь есть. А Valve мне зачем нужен, кстати? Valve-то у меня остался где-нибудь, или же я просто... Да хрен его. Че такое? Каверет атакует его 4-15. Мы больше с тобой в пещеру не ходим, потому что в пещере делать нечего. Пойдем прямо. Пойдем прямо вон туда. Яблочко. Яблочко вижу. Ну или что это такое? Стамина. Здоровье. И, соответственно, дают нам 10 очков медвежьих. 10 медвежьих очков, это здорово. Красное яблоко, да, съедено. Ищем грабы. Грабы. Кстати, как, погоди, а где здесь опыт мой? Beer points. 100 beer points, это я смогу sharpet claws. А потом включить могу еще и бриллиантовые claws. Это за 500 поинтов. Ага. Интеллигенция, нюхатель. А интеллигенцию, это как ее вкачивать? Что-то надо тоже жрать, наверное, да? Интеллигентных жуков каких-нибудь или же... Опа, грибочки. Погоди, грибочек. Опа, правда, грибочек. Гляди-ка, одна интеллигенция вкачалась. А я могу читать низкие следы животных. Да, я вкачал зеленый нюхателя. Зеленые нюхательные следы, короче. Я все понял. Иду нюхать следы. Я же все-таки медведь, в конце концов, правильно? Правильно. Я иду нюхать зеленые следы. Они же там есть? Есть. Значит, что? Значит, я их должен все понюхать. Все-таки, в конце концов, не просто так они здесь есть. Так, а что здесь внизу там? Ничего. Ладненько. Мы с тобой идем. Бляха, я их застрял. Мы с тобой идем. Идем куда? Вон туда. Вон туда наверх. Пытаемся залезть. Так, пытаемся теперь спуститься вниз, не разбившись. И понюхать вон ту зеленую. Да что такое? Зеленую вон ту шушеру. Я буду везде бегать, потому что он очень медленно перемещается пешочком. Так, ability smell recurred. Smell. Я что-то увидел здесь с медведя из здесь Дан думает. Чего? Не ясно, но очень интересно. Ладно. Будем считать, что мы все поняли с тобой, и нам расшифровка не требуется. На самом деле нет. А можно как-то без вот применения всех вот этих вот ползательных навыков по деревьям выйти отсюда? Можно, гляди-ка. Получилось. Теперь мы с тобой идем прямо от нашей берлоги.
потому что ходить направо смысла здесь особо нет. Налево мы сходили, нашли гриб фиолетовый. И, соответственно, где берлога? Вот берлога, вот выход из берлоги, мы шлепаем прямо. Прямо, вон нюхатель. И утка, гляди-ка. Опа, ты гляди, утка. Это селезень, нет, не утка. Я его тоже заскриню, наверное, вот, вот как-нибудь вот так. Угу. Угу, офигенный селезень. Красивый ля какой. Вот, вот такой вот, ух, какой красивый. Я могу плавать, могу, типа, 10 здоровья, 35 bear points. И все, все, круто же. Круто же. Интеллигенции мне пока не хватает. Мне нужно 25 интеллигенции. Это ошалеть, сколько, наверное, нужно работать над этим. Теперь у меня в качестве Sharp Claws вот это вот. Это, наверное... Это, наверное, сильнее удар у меня теперь. Правильно, правильно. Но не зря же это все вкачалось. Сколько у меня очков-то? Соточка, гляди-ка. Соточка. Утку шлепнул. Зайца бы еще шлепнуть с крысой. Вообще было бы круто. Но крыса пока мне не под силу, потому что, ну, крыса меня самого шлепнет. А заяц убежит, скорее всего. Он же не дурак, правильно? От медведя-то он надо бежать. Утка вот не успела улететь. К ее сожалению, к моему счастью. Теперь у меня есть сильные когти. Которым, этими когтями я смогу теперь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как быстро стамина пошла. Этими когтями я смогу кого-нибудь еще хлопнуть. Хлопнуть и не заморачиваться. Так, дерево наверх пошло. Наверняка там кто-то сидит, но я туда не полезу. Не вижу пока практического смысла в этом. Здесь ничего не вижу. Ничего здесь тоже не вижу. Ух, у нас с тобой серия уже идет. Аж 17 минут. А, шалей, ты гляди, какой я молодец. Сколько уже записываю, и как незаметно время пролетает. Это что такое? Жаба, что ли? Ух ты ж, етить его. Чтобы сожрать, нужно 25 интеллигенции. А просто сожрать нельзя? Нельзя, медведь не умеет есть без интеллигенции. Опа. Угу. Здрасте. А что, второй... А, можно. Я думал, все нельзя. Начал так истреблять. Вот это да, вот это молодец. Заяц, 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 волк, заяц, волк. Заяц, вот он сидит. А собака такая. Бежит, бежит, бежит. Бежит, 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 бежит. Косорукий, конечно, я, но он тоже тупорылый. Не смог убежать. Уперся в дерево и стоит. 25 стамина поинтс, один прыжок, ошалеть, блядь, один бег. Я теперь выше прыгаю. Красота же. Так, зайцев нужно убивать для того, чтобы стамину пополнить. Опа, забор, наверное, там кто-то есть. Где, кстати, грабы? Нам грабы одного только дали в самом начале. Типа, ну а как дальше развиваться-то вообще? Я что, должен сам что-то делать, сам что-то находить? Почему грабов так мало? Я очень расстроен этим. Так, это камушки какие-то. Утка. Утка, но мне... Я до утки не успею добежать, она успеет залететь. Знаешь почему? Потому что... Ну, здесь такой отвесной подъем. Хотя, в целом, если подумать... Нида горш. Бежим. Опа! Успел ты, гляди, какой я молодец. Все-таки третью утку уже захавал. Красота какая. Утки это здорово, на самом деле они так много дают очков. У меня уже 190 очков. И все почти на утках. Так, а вон там вот есть нюхатель. Нюхать можно вон там вон. Кстати, это что-то похожее на то, где я был. Да, вон там я в конце сожрал этого, жука. Да, я здесь был уже. Ага, вот в этой... Да что такое? А вот в этой дыре меня убили. Я туда больше не хочу. Так, А безопасность... А, спокойно, наверное. Это кейф, это не что-то сердце. Возьми опасность врага Данмол. Данмол. Что такое Данмол вообще? Что это значит? Короче, ничего не ясно. Перевода здесь нет. Я русский язык не нашел, конечно. Он как-то здесь включается, но... Как он включается, я так и не допер. Ну, типа, я полазил по настройкам, по всем исполнительным файлам, уже вообще везде, где только можно было залез, и не нашел.
не нашел. Че я утку сожираю, она остается здесь? Почему она не пропадает? Может, ее еще разок можно это? М? Нельзя. А, вот. По исполнительным файлам даже полазил, по всем, как его называют, по всем блокнотикам полазил, по всем текстовым там, и по всем ини, DLL-кам. Ни хрена себе, загрузочка пошла. По всем DLL-кам пролазил и ни хрена не нашел. Представляешь, а карта здесь есть? Есть здесь карта, только она такая странная. Она здесь очень странная. Я бы хотел, конечно, увидеть карту, типа, нарисованную, чтобы я мог ориентироваться. Я вижу какую-то постройку, нечто похожее на крепость. И вижу еще, кстати, подсолнух. Возможно, подсолнухи можно нюхать. Было бы круто, но нет. Подсолнухи нельзя нюхать почему-то. Хотя для чего они нужны еще? Семечки лузгать из них, ну... Они не созревшие еще, зелененькие. Можно же понюхать. Можно же понюхать, они вкусно пахнут. Наверное. Я подсолнухи не нюхал никогда, представляешь? Ну, допустим, я прошел по этому пятаку. Ничего здесь не нашел. Куда мы с тобой пойдем дальше? Опачки. Это от кого здесь мы обороняемся? Пойдем дальше по этой дорожке. Возможно, кого-то мы с тобой сейчас обнаружим. Каньон. Ну, гляди, здесь какие-то вышки смотровые. Тюрьма, возможно, рядом. Скалы. Тихо. Нет, звуков нет никаких. Да что ты ходишь рядом со мной? Что за, блядь, звук, который не нужен здесь? Куда я иду вообще? Я куда-то иду. Куда-то очень далеко, видимо. Туда, куда мне еще не следовало бы ходить. Но я туда иду, потому что я хочу туда посмотреть, хотя бы сходить. Ага. И ни одного граба на самом деле-то. Это же вообще как-то обидно. Граб-то где? Где эти личинки? Медведь, личинки едят вообще? Так, а это что? Что такое? Мемасик какой-то? А, какой-то медведь. Медвежий факт. Президент Теодор Рузвельт... имел как питомца медведя. Хорошо. Как питомца имел Теодор Рузвельт медведя. Эта мне информация, конечно, была очень необходима. Я теперь радею тем, что... Что я этой информацией теперь владею. Это как-то так внезапно появилась... сильная туманность, ветер и вообще вот эта вот неприятная... обстановка. Что произошло? Так, ну здесь первый смел, значит, наверное, можно было бы ходить в самом начале сюда. Будь осторожен, друг. Эта дыра... А, это место, наверное, имеет плохую ауру. Хорошо. А куда звук в юге делся? Плохая аура, это хрен бы с ней, а вот звук-то куда делся? Залезть в коробку не могу, обидно, но... Ньюаре пустынный... Пустынная что это? Аллея? Будем считать, что аллея. Так, синий нюхатель мне еще рано нюхать, потому что у меня нет синего нюхателя. Это, наверное, второй нюх... Нет. Да, это второй нюхатель. Что-то куда-то делось. Так, а можно... Да, можно же сохранить. Ты гляди. Да, я хочу сохранить. Да, сохранился, гляди, и звук появился. Ёпсель-мопсель. А что, волк на медведь сейчас пойдет? Или это что это за шакал? Может, ну его нахуй, не? Да какая-то история неясная вообще с атаками с этими. Ладно, мы с тобой, наверное, на этом закончим как раз. Потому что, ну, это вообще мутата какая-то. Типа, почему меня убивают, когда я машу двумя лапами, попадаю всего одной? Пиши обязательно в комментариях, стоит ли проходить вообще эту игрушку, что там вообще впереди и зачем какая-то там, какая-то информация по игре. Пиши обязательно. Мы с тобой прощаемся. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в других игрушках обязательно и, возможно, в следующей серии. Рассказывай обязательно друзьям об этом канале. И всем пока.